По инициативе Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трехсторонние переговоры президента Российской Федерации Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Основной целью предстоящей встречи в Москве российский политолог Станислав Причин видит в реализации вопросов перемирия на практике в том ключе, который позволил бы снять остроту противоречий. Главная задача лидеров – найти взаимовыгодную позицию, которая при этом была бы и принято обществом. Понятно, что у Азербайджана намного больше оснований полагаться на достижение своих целей. Но очень важно скорейшее выстраивание прагматичных отношений двух стран, заявил Российскому Репорт старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. По словам Причина, самое главное достижение – остановление войны и формулирование комплекса принципов, который позволит в перспективе не допустить возвращения боевых действий и начать постепенные шаги к нормализации отношений. Эксперт также считает, что армянское общество очень тяжело переживает соглашение о перемирии, которое рассматривается как предательство Пашиняна. Возможно, армянские власти сделали не все для того, чтобы обеспечить победу, но реальная ситуация изначально была против Армении, поэтому любые соглашения будут восприниматься как предательство, потому что очень сложно признать проигрыш, отметил Станислав Причин. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.